Яңалы телевидениеға эфирында башқы тілінде әзірленген яңалықтар сығаралышы. Студияла Лиана Билалова хаумығығыз. 1 сентябрь Башқұртстан башлығы Ради Хабиров Яңалы районына келді. Түбәк етәксеге хаулық мүмкінліктәрі сикле болған балалар үсін яңа коррекцион мәктәп интернат бинахын асуда қатнашты. Бында республиканың 27 райондары һәм қалаларынан 160 бала оқый. Улар арахында 33 бала ятим. Эштәр 2017 йылдың октябрь айында башланды. Яңы бина 190 балаға мәктәпте, 170 балаға интернатты, спорт залы, акттар залы, ұстахана һәм шылақ тышқы спорт майдансығын бірләштірә. Комплекстың иске корпустары хөтелген. Төзелештің хақы 366,6 миллион хум тәшкил итә. Түбәк етәксеһе 2024 йылға ошондай муниципаль ара үҙәктәр селтәрен төҙөргә кәрәклеген әйтеп үтте. Визит барышында ул шулайыҡ яңыртылған йәштәр һарайын ҡарап үтте. Бында төрлө түңәрәк секция, йәштәр клубы, берләшмәһе һәм волонтерҙар ойошмаһы эшләй башланы. Бынан тыш Ради Хабиров Заманса нефтяник кинотеатрында ла булды. Яңы кинозалдың хүрәт һәм тауыш сифатын, комфортлығын ғына түгел, ә шулай ақ тамашасылардың санитар талаптарын үтеүенә контроль ойыштырыуҙы ла бахалана. Қалала Башқұртстандың Төньяк ҡапҡалары проектын тормошҡа ашырыу буйынса ла эштәр әүҙем бара. Ул үҙенә яңы ауылдың бөтә тарихи үҙәген төҙөкләндереү буйынса эштәрен индерә. 26 миллион хумдан ашу торган эштәрҙе федераль субсидия иҫәбендә алып баралар. Яңалдың шыршы майданы 2020 йылдың ноябрь аҙағына әҙер буласаҡ. Шылайыҡ Ради Хабиров Көньяҡ микрорайонын да ҡарап үтте. Бындағы халыҡ республика башлығына үҙҙәренең актуаль һорауҙары менән мөрәжәғәт итте. Төп һорауҙарҙың береһе газ булмау. Халыҡ өйҙәрен ут һәм күмер менән йылытырға мәжбүр була. Микрорайон халқынан был тема бойынса бик күп мүрәжәғәттәр ханын инцидент менеджмент система хала тіркеген. 21 год проект, а 22 год строительство. Но беру себе один год, знаете, чтобы твердо тоже запас 23. Но дальше 23 точно нет. То есть самая крайняя точка, которую мы обозначаем 23 год, в идеале 22. Давайте вот так договоримся. Вот прям я это оформлю своим поручением сегодня. Всем сегодня раздам. Вот глава пусть вас контролирует, он слышит меня, да? 2 сентябрь Башқұртстанда Надежда Бабкинаның Ресей йыры Бүтө Ресей фестиваль марафоны старт алды. Рус йыры театры артистары һәм илебездің төрлі түбәктәрінен башқарусылар һәм башқа фольклор коллективтары қатнашуы менән хәйрия концерты республикабыздың 10 майдансығында үтәсәк. 4 сентябрь бандай концерты яңауылылар һәм район қунақтары ла була алды. Был вақиғаны түҙемһеҙлек менән көтөп алдылар. Улар арахында Рәсәй халыҡ артистының яңауылға килеүенә ышанмаусылар да бар ине. Әммә билдәләнгән ваҡытта йондоҙ менән осрашыу үтте. Надежда Бабкина менән бергә фестиваль программаһы концертында Рус йыры ансамбле, Рус йыры Мәскәү академия театры солистары һәм коллективтары, Тере планета шоу-балеты, 11-дән һуң фольклор төркеме, Славяндар ансамбле, Ағай-інілі Бондаренкалар, Криница, Қазақ йыры ансамбле, Саранск қалаһынан Мирема фольклор студияһы, Якутия артисткаһы Альбина Дегтярева қатнашты. Дәреу алқыштар менән тамашасы Арғымақ башҡорт этно-рок төркемен ҡаршы алды. Надежда Бабкина менән бергә уның тормош иптәше Евгений Горда килгән. Хәйрия фестивале ҡатнашыусыларын тамашасылар дәреү алҡыштар менән оҙатты. Үҙе Надежда Бабкина йылы ҡабул итеүҙән ҡәнәғәт булып ҡалды. Меняется проект, потому что в каждом регионе мы добавляем местных своих артистов. Артисты бывают настолько разнообразные, разноплановые. Не обязательно показывать, демонстрировать национальный колорит. Это могут быть и современные взгляды, и современные артисты, и как они чувствуют свой край, как они чувствуют свою культуру, они демонстрируют. И бывают совсем маленькие детки, а бывают семейные коллективы, где есть дети, взрослые, среднее поколение, выходят бабушки, которым почти под 90, и они стоят на сцене, этот милей люди, которые вот видна преемственность, семейная преемственность. По-разному происходит везде, но изменяется, потому что есть некий костяк. И мы должны обязательно составить силами профессиональных коллективов вот эту мощь. И когда самодеятельность к нам приходит, иногда боязливо. Но что же мы будем тягаться с профессионалом? Я говорю, послушайте, у нас нет конкурсной основы, кто лучше, кто хуже. Мы не соревнуемся, мы наоборот. Мы же все вышли из самоделки, по большому-то счету. Так давайте сделаем так, что вы, вплетаясь в нас, а мы в вас, создадим, ну, такой, вот в данной ситуации в Башкортостане, чего? Ну, чак-чак. Сделаем вкусный, красивый, необыкновенный, с новыми ингредиентами чак-чак.
получился чак-чак? И получился чак-чак. Еще какой, мы оторваться не можем. Юлдар темаха біздің районда әлігі теклем актуаль. Еңауылда 760 километр юлдар, улардың 40% асфальтлы. Инді ұзақ вақыт Фрунзе урамы кішілеріне қала өзәгіне сығу проблемалы болып тұрды. Әлігі вақытта еңауыл түзіклендіру, қызметлендіру ұйышмағы ремонт іштәрін тамамланы. Проблемалы участкалар гравий менен хибілген. Для жителей нашей улицы была очень большая проблема – это грязная дорога. Ну, пройти было вообще невозможно практически. Чистым, по крайней мере, была грязь. Ну, то есть несколько раз эту дорогу пытались сделать, но все равно она размывается. В начале улицы закопана канава. За счет этого у нас дорогу размывает. Проблема как бы не решалась долгое время. Мы всеми, ну, все соседи практически, большинство писали обращения, кто-то письменное, кто-то ВКонтакте вопрос задавал. И вот спустя... Ну, буквально после моего обращения прошел месяц-два, и нам починили дорогу. Нашу проблему решили, и теперь соседи довольны. Дети катаются, очень много детей на нашей улице стало, молодых семей. Можно кататься на велосипедах, на самокатах. Ну, в общем, теперь мы достаточно удовлетворены. Ну, надеюсь, что дорога наша надолго. Хотелось бы, чтобы продолжили до конца улицы. Все-таки улицы у нас теперь стало больше. Там, ну, не так грязно, но все равно не помешало бы. И проулок у нас еще тоже. Проулок Пархоменко считается, он к Фрунзе не относится, но мы же выходим на дорогу оттуда. Ее тоже можно было бы. Пандемия башы менен коронавирус ұсырағы расланған пациенттер ханы Башқұртыстанда 2011-ден артық кіші тәшкел ете. Біз районыбыздағы хәлді күзетуді дауам етәбіз. Бұның тұрағында толығынса табиб-эпидемиолог Гүлсесәк Нұрылина хүйләп өтәсәк. По состоянию на 4 сентября в Янаульском районе зарегистрировано 359 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 пациента со средней степенью тяжести заболевания получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 4 пациента переведены в госпиталь города Нефтекамска и 2 пациентов переведены в республиканские учреждения. 34 человека находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 304 человека. Итого на данный момент в районе под медицинским наблюдением находятся 44 человека. На карантине на 14 дней находятся 20 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 48 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 116 янаульцев. Все наши подразделения продолжают работать в режиме повышенная готовность. Ведется плановая госпитализация пациентов в стационары с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. Ежедневно бригады забирают по 50-60 мазков на COVID у населения в поликлинике. За весь период с 31 августа по 4 сентября, то есть за эту неделю в районе выявлено 10 новых случаев COVID. Наблюдается небольшое снижение заболеваемости в сравнении с предыдущими неделями. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что 3 сентября в район поступила первая партия вакцины против гриппа в количестве 3540 доз. И приглашаем на иммунизацию взрослого населения в прививочный кабинет поликлиники. Всего доброго, будьте здоровы! Әткіні ауылы шишмәхінің тантаналы асылуы 4 сентябрь өтті. Байрамдың қунағы болып район советтік секретары Уил Нехматьянов сақырылды. Ол бүті халықты лақытлап, оларға хау, хәр уақыттада хәм тәмлі болған тептіләне. Бұл күнді туған яққа бағышланған қытлау хөздәрі музыкаль композициялар яңғыраны. Құрметлі қунақтар символик қызыл тасманы кесіп, хәр бір тіләусі Әткіні ауылы шишмәхінің хауын үсі алды. Вот за короткое время, за летнее время мы смогли организовать и построить закрытый павильон, который будет защищать от дождя, от талых вод и также зимой от снега. И также благоустроили территорию ратника. Все эти работы будут они продолжены, потому что ратник очень востребован не только жителями села Иткинева, но также горожанами Янаула, также ближайших деревень.
Качество воды родника очень хорошее. Ежегодно мы делаем анализы воды, поэтому соответствует всем требованиям Санпина. И редко бывает, что здесь не бывает у нас очереди за водой. Думаю, все будут довольны нашим работой. Население сами изъявили желание в этом году сделать такой ремонт в рамках проекта «Реальные дела». Если мы прошлые года ремонтировали детские сады, школы, меняли окна, в этом году мы остановились на ремонте родника. Думаю, всем понравится. Ушыны мінен яңылықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, алда хізді хауа тұршы күті хау болығыд. Егеденсі сентябр күнді яңалыда хауа тұршының аязылы яуым түшім хіз болуы күтілі. Ел күньяқ секундына 1-3 метр тезлікте есе. Атмосфера басымы 758 миллиметр. Хауа температурасы түнде 6-7 градус елі, күндіз 20-22 градусқа теклем елі боласақ. Республикалық әдеттен тыш халдар министрлігі мәғлүметтері бойынса аязлы бұлытлы яуым түшім хіз болуы күтілі. Ел күньяқ күнсығыш күньяқ 0-5 метр тезлікте есе. Хауа температурасы түнде 6-11 градус елі, түньяқ райондарда 1 градусқа теклем елі. Күндіз 20-25 градусқа теклем елі боласақ. Восьмое сентября. День воинской славы России. В этот день, в 1812 году, русская армия под командованием Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Участь великой армии Наполеона после этого сражения была предрешена. Магазин газового оборудования, большой выбор котлов, радиаторов, водонагревателей, бойлеров и плит. Ждем вас по адресу: город Янаул, Маяковского, 14/3, территория СХТ. Номер телефона 8-347-65-55-50. 8-347-65-55-50. Внимание у граждан! 9 сентября с 9 до 18 часов в здании Нефтекамского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан пройдет прием граждан по вопросам, связанным с ненадлежащим оказанием или неоказанием помощи, нарушением прав граждан на оплату труда, о коррупционных преступлениях, в том числе связанных с использованием должностного положения. По всем вопросам обращаться по номеру 8 34 783 223 52. Перерыв на обед с 13 до 14 часов. Обращаться по адресу: город Нефтекамск, улица Нефтяников, дом 18, третий этаж. Уважаемые избиратели, приглашаем вас принять участие в голосовании на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Янаульского района Республики Башкортостан 13 сентября 2020 года с 7 часов утра до 21 часа. Если по состоянию здоровья, либо по другой уважительной причине вы не сможете прибыть в помещение для голосования, ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию со 2 сентября 2020 года. Года до 15 часов 13 сентября 2020 года. Со 2 по 12 сентября 2020 года избиратель, который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно в помещении соответствующей избирательной комиссии. К перечню уважительных причин для досрочного голосования относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей. Время досрочного голосования в рабочие дни с 16 до 20 часов, выходные и праздничные с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, маску и перчатки. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется.
Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знание татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402 528 71. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем, необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем, решай их!